Всем привет! Мы продолжаем проходить Dead Space ремейк. У нас это будет финальный стрим. Я думаю, что мы пройдем все-таки за один стрим до конца. Осталось недолго, я думаю. Так, поехали. Мы сейчас здесь должны встретить жену, да? Николь. Встретись с Николь в диспетчерской. Поехали. Встретимся. Жалко, что патронов немного. Мы сейчас должны будем транспортировать обелиск на этот какого, на планету. Авария, корпус, обнаружены внутренние повреждения. Угу. Давай заново. Собираем. Я это уже делал. Деньги, деньги. Хорошо. Так, ну, вроде как тут больше и собирать-то нечего. Пошли дальше. А вот и жена. Подожди, а если к ней не подходить? А, ну ладно. У тебя получилось. Я пытался найти тебя. Половина Ишимура разваливается. А другая половина кишит этими тварями. Как ты сюда попала? Ты расчистил путь. Я всегда могу рассчитывать на тебя. Не в этот раз Дэниелс меня кинула. Ты не мог знать, что она заберет обелиск. Она оставила нас умирать. Надежда еще есть. Ты можешь вызвать челнок и управлять им дистанционно отсюда. Верни обелиск, и мы сможем перевести его на Эгиду 7. Ты можешь снова сделать нас единым. Я уже просто не знаю, во что верить. Все в порядке, Айзек. Ты знаешь, что надо будет сделать? Ну, окей, садимся тогда управлять челноком удаленно. Только вот тут всякие надписи. Явно неземного происхождения. Отзывают челнок. Подготовка к процедуре удаленной стыковки. Черт возьми, Айзек, ты не знаешь, что делаешь. Я знаю, что кто-то за это ответит. Ты шутишь? Дерьмо. Внимание, обнаружен запуск спасательной капсулы с челнока USG-09. Спасательная капсула. Черт подери, мы потеряли ее. Это не имеет значения. Ей не избежать своей судьбы. Но кто сможет? Тебе надо, ты иди. Что надо сделать? А, надо подождать просто. Челнок с обелиском... Мы вернули обратно. А вот и он, Айзек. С Ишимурой покончено. Если мы сядем на этот челнок, пути назад уже не будет. Не жалей ни о чем. Иди, я перепрограммирую челнок на маршрут полета к ЭГИДИ-7 и присоединюсь к тебе на борту. А что, мне прям в челнок можно залезать? Ты будешь прикрывать меня? Клянусь. Направляйтесь на Эгиду 7. Хорошо. А жена как там появится? Она что, телепортируется? Почему она со мной не пошла? Ну это... Интрига сюжета. Не, он еще живой. А вот теперь не очень. Еще кто-то есть? Вроде нет. Прыгают тут всякие. О, гравитацию включать? Как я туда попаду? Наверное, просто по мостику. А, ну да. Мне туда надо вниз. Ну, вас еще тут не хватало. Оп, все.
пиловой блок, а со второго что выпало? Аптечка, хорошо. Да что ж такое? Ай, все, и патронов нету. Может просто убежать? Мы сюда больше не вернемся, привет. Так, все. Побочные миссии тогда не будем выполнять. Все равно они там. Просто сбор информации посмотрим. Пойдем уже главного босса убивать. Я никогда не сомневалась в тебе, Айзик. Я знала, что ты вернешься за мной. Готово? Да, мы снова вместе. Теперь нас ничто не остановит. Я не так себе представляла прощание с Шумурой. Че, все так быстро пролетели? Держись. Я в порядке. Ты боишься, Айзик? Нет, пути назад нет. Это проще, когда некуда идти, кроме как вперед. Все началось на планете. Дэниел сказал, что земное правительство построило обелиск. Какой-то эксперимент, от которого что-то происходит. Если ты не готов, то чудо трудно отличить от кошмара. Планета беспокойна, голодна. Она постарается сожрать нас живьем. Но у нас есть обелиск. Мы вернем все на свои места. Мы снова станем единым. Она уже второй раз эту фразу повторяет. Но она всегда эту фразу повторяла. И жены нету. Поздравляю, Ватсон, это глюки. А с двух сторон можно спуститься? Нет, только с одной. Слушай, ну тут еще куча чего можно собрать. Если, конечно, мне дадут. Айзик, это наш шанс. Подожди. Подожди, сейчас на. Дайте собрать-то там вот с той стороны корабля же есть. Есть что можно собрать. А может быть там упасть просто можно? Но вдруг. Нет, он не прыгает, не падает. Ладно. Хотелось бы до тех ящиков добраться. Ну давай посмотрим, может быть здесь еще что-то есть полезное. А то у меня патронов совсем не осталось. Так, это, по-моему, почти единственное, да, куда я могу прийти. Разбираем. Ага. Не дотянуться больше никуда особо. Слушай, вон ящики есть. Все-таки перед финальным боссом-то надо это хорошенько подготовиться, побольше, чтобы было чем с ним драться. Так, это берем. Так, используем. Сейчас нас особо тут гонять уже не будут по коридорам и так далее. Мы сейчас, наверное, будем идти как-то
по определенному маршруту. О, еще один ящик спрятали. Не, ну глядишь, может быть, и на патроны хватит немножко. Так, что хотела жена? Я смотрю, даже и шлем не нужен, да? Все в порядке. О, вот обелиск поехал. Смотри, свет в небе. Гравитационные захваты на Ишимуре отказали. Руда, нам осталось недолго до того, как обрушится этот камень. Как мы это провернем? Мы вернем обелиск на пьедестал. Погрузочная дорожка ведет прямо к месту раскопки. Это сработает. Разум Роя будет под контролем. Мы вновь будем едины, ты и я можем быть вместе. Как-то она неестественно для людей разговаривает. Скорее всего, ее уже нет живых. Погоди, меня глючит возле этого обелиска. Да все, по идее, тут только одна дверь. Нам нужно достать питание. Батарейку надо достать. Снова фанатики. А куда, в какую сторону идти? Я, пожалуй, сохраню. Давай там что-нибудь прокачаем. Это не особо важно уже. Так, лазерный пистолет. Да, наверное. На костюм что-то есть? Тоже нету. На эту штуку у меня патронов нет. Силовой тоже весь вкачан. Ладно, давай лазерный пистолет просто. Емкость. Перезарядка, урон. Давай еще раз емкость. Я просто не знаю, куда еще тратить последние эти, последние узлы. Это куда ведет? Ага. Ну, я тут был за стеклом. Топливо для огнемета, ну точно. Его, кстати, всю игру почти не давали. Вот тут ребята висят, все нормально. Ту-ру-дум. Ну, давай к магазину. Посмотрим, что продать можно. Вот это, пожалуй, продаем сразу же. Не качал, не нужны они. Это тоже продаем. И это продаем. Осталось 15, да? Из хранилища мы особо ничего продать не можем. Ладно. Тогда берем вот эти вот блоки. Сколько? Ну, на так вот. И на 10 тысяч мы берем для винтовки патронов. Чуть-чуть не хватает. Сотки. Да, ну ладно. Если обратно пойдем, то, может быть, еще придется, получится купить. На всякий. Да, только отвернулся.
эти уже тут как тут. Так, дружок, подожди, подожди. Патронов нет, да? Быстрей. А что с него выпало? Воздействие обелиска меняет нас, рекомбинирует нас. Но в этом сигнале есть мертвое пространство вокруг самого обелиска, глаз бури. Они не могут оставаться в нем долго. Я видел это. Но этот пьедестал почему здесь? Он усиливает. Пульс обелиска будет ощущаться по всей планете. Мертвые будут спать, а живые видят то, что невозможно забыть. Короче, тут жена еще жути нагоняет. Опа, аптечка. Что-то мне сдается, там тоже что-то, кто-то превращается. Наверняка я уже заработал. Или нет? Нет, не заработал. Мне почему-то показалось то, что у меня сотня кредитов упала. Ну ладно. Или она вот здесь? 400. Это тоже берем. Аптечку. Да. Я все-таки зайду за... Я еще зайду за пачкой патронов на винтовку. Это пригодится. Все. Больше денег нет. Мне кажется, если что-то у меня и насобирается финального босса, то этого будет не очень много. Восстановите питание затвора. Все, полезно. Ну-ка, дружок, за вот тебе. Это все, кто есть? Нет, еще, по-моему. По-моему, кто-то есть еще. Печку не заметил. Нет, слушай. Больше никого. Бля, я сожрал. Ну, естественно, я сожрал самую большую аптечку. Потому что вот эта вот механика, когда ты поднимаешь в воздух, ты поднимаешь в воздух этот коготь, если вовремя не прожал, то у тебя он использует аптечку, а не стрельнет когтем. Плохо. Вот так вот я и оставался почти всю игру с минимальным количеством аптечек. По идее бы надо вообще управление было перенастроить, чтобы не допускать таких казусов. Ну, ладно. Будем иметь, что имеем. На меня сейчас каждую комнату будут нападать. Мы сейчас долго этот обелиск будем тащить, по-моему. Если мне память не изменяет. Так. Что-то лежит. Мы подтягиваем. Можно еще тут осмотреться. Ну и кто?
Так, он один идет. Голубь сизый. Есть что-нибудь от них оторвать? Бля, ну ребят, беги быстрей. Пиздец их тут. Да жесть. Сколько? 10 их? 15? Давайте всех сюда, чё уж. Малой, подвинься. Бля, меня грызут. Я его не заметил. Это все? Нет, еще не все. Так, давай хорошие патроны экономить. Что мы сейчас с финальным боссом будем пальцем драться просто. Ну, ты сдохнешь? Сколько надо в это говно патронов херачить, скажите мне? Ярдык. Я на него потратил больше, чем он мне дал. Ну так, в принципе. Так, в принципе, всю игру и было. Ну-ка, может быть, там кто-то валяется, от кого можно что-нибудь оторвать. Не, не пойдет. Да, слабовато. Тоже не так. О, подожди, коготь. Ну уже поздно, уже карантин сняли. Это уроды, а. Все патроны у меня позабирали. Да заткнись ты уже. Мне сюда надо? Ну, мы сюда потом пойдем. Что-то там жена двинутая. Трещит периодически. Я вообще уже ее не читаю. Бля, ну что делать-то, правда? 55 патронов. Короче, стрелять-то нечем. Я вот о чем. Блядь, дверь здесь, дверь закрыта. Печально. Вроде все. Я что смог, собрал. Сейчас, если еще какой-нибудь замес, у меня патронов не останется. Просто. А эту штуку мы, по-моему, вот в ту сторону повезем, да. А мне мост опустят. Давай стазис до кучи зарядим.
там вот что такое? Ну, наверное, это не ящик. Взять это нельзя. Но я, пожалуй... Ладно, когтей поблизости нет. Давай вот это хотя бы схватим. Мы сейчас с ними будем каждую комнату драться. Гадалки не ходи. Толпа меньше не станет. Айзик, в этой секции нет электричества, обелиск не двигается. Мы теряем время. Все в порядке, нажми проверить соединение. Что там сказано? Обнаружен сбой питания, генератор захвата, контроль гравитации. Одна из наземных гравитационных захватов. Может, оборвалась линия электропередач? Пожалуйста, скорее, мы не можем облажаться сейчас. Торопись. На планете что-то не работает, а я чини. Корабль, чини. Что это такое было? Кто орал? А, я понял. Ну, с этими только так. И давай, мелочь. Ну, давай быстрее. Они же дамажат со всех сторон просто. Окей. Наверное, это все. А под конец игры-то в основном патроны простецкие дают. Самые дешевые. Так, я же отсюда, да, зашел? Вот. Давай, по стенкам. Проверяем. Что можно еще отсюда вытащить? Ну, я не думаю, что мне магазин сейчас нужен. У меня денег-то там всего. Костюмчики тут довольно-таки дорогие, потому что еще. Кто-то где-то вот шелестит. Подожди. Давай какую-нибудь аптечку. Да ладно, у меня всего две. Да. Кто-то, по-моему, еще где-то живой. Нет. Никто не нападает. Я никому не нужен? Окей. Так, что там восстановить питание? Пошли восстанавливать. Ну я бы по-любому, не убив этих, я бы туда не прошел. Да ладно, опять невесомо. Под зону управления захватом, уплотнение от перекрестного загрязнения включены. А свет будет? Внимание, основное питание прервано. Генераторы захватов отключены. Питание восстановить-то как где? По идее, вели меня вот в эту дверь. Ничего не прячется у нас. Вот это батарея.
А вот еще одна. Надо просто батарею на место поставить. И подраться, наверное, с 1000 противников. Ладно, сейчас сделаем. Сейчас давай сразу же в этой комнате все соберем. Я бы не сказал, что тут прям что-то как-то шибко жалует патронами, даже деньгами. И все. Давай. По одной, наверное, да, будем запихивать. Смотреть, что будет происходить. Так. Восстановлено электрообнажение западного генератора. Ну, им надо все генераторы включить. Пока вроде никого. Восстановлено электроснабжение восточного генератора. Вон они, воскуются, я уже слышу. Они где-то вот наверху прям. Так а чё, они генератор этот, батарейку спрятали где-то в другом месте, что ли? Да нет, тут нету. Ну-ка, давай вот этот ящик вытащим. Нет. Где может быть батарея? Если только панели, наверное, что-нибудь покрутить. Нет, они выключены. Слушай, а это, наверное, штука лифта отключает, да? Аварийный лифт отключен. Да, лифт мы отрубаем, но включаем генератор. И восстановлено электроснабжение центрального генератора. Готовность к перезапуску. Ну, давай перезапустим. Как тут все соберутся. Перезапуск захвата. О, еще и в невесомости. Не, подожди. Ты сделал это, Айзек. Электричество снова работает. Вернись к обелиску быстро. Место раскопок чуть дальше. Сделай нас единым. Ну, конечно, сделаю. Куда же я денусь? Так, давай-ка мы ничего разрушать не будем. Потому что у меня нет патронов лишних драться со всеми. Куда надо-то? Вот наверх показывает. А-а-а. Придется все равно стрелять. Давай, да. Ладно. Тут же есть вентиляторы. Откуда у меня? Куда я начну? Я думал, сейчас шарик лопнет. На меня все как полезут. А я как убегу. Так, это у нас... Игра сохранилась там, где я запустил генератор. Тут никто не посыпался. Вроде нет. Тишина, никто не нападает. Возможно, им никак до меня не добраться, потому что тут только единственный выход — это вентилятор.
проскочил. А куда теперь? Чуть выше. Тут, наверное, осматривать что-либо бесполезно. А вон что-то есть. Патроны до пистолета. Вообще замечательно. Который я не качал. Так, ну все, ладно, собирать больше нечего. Ну давай, куда-нибудь-то просунулся. О! Пролез. Куда надо? Еще выше. Нужно сначала шарик пострелять. Хотя можно и в тот пройти. Прямо стазис зарядим. Вот так. Надо наверх же, правильно? Да наверх надо, гадалки не ходи. Все. Карлтончик ваш прилетел. Тут-то никого нет. Да, тишина. А, ну вот я оттуда сюда и поднимался. Пойдем дальше, как булыжник толкать. Ну как же без них-то? А чё он красный ко мне прискакал? О! Короче, тут все типы врагов. Ну взрывайся. Блядь. Понятно. Сколько там? Штук 5, наверное, да? 7 бежит на меня. Плюс один, еще один огромный, на которого сейчас точно все патроны уйдут. Либо просто мелких развалить, а от большого убегать. Как вариант. Надо только продержаться. Мелкий-то по-любому меня догонит. Так, у нас если обелиск едет по прямой, следующая дверь будет вот тут. Вот они просто со всех мест вылезли одновременно. А там уже кто во что горазд. Кто стреляет в меня? Кто нападает? А как он умер, кстати? Как большой сейчас умер? Большой почему-то взял и умер. А мне лечиться нечем. Еще живой. Все, патронов нет. Это все. Не, удивительное дело, как сейчас
Как сейчас большой подох, я так и не понял. Он просто ко мне подбежал и умер рядом со мной. Причем такая фигня уже не первый раз. То ли чересчур игра много накидывает врагов, а потом такая чик понимает, что тебе хана как бы. Начинает их это просто самоубивать. Я не понимаю, как это работает. Ну почему-то реально так происходит иногда. Так вот ток бы у кого вырвать. Нет, не то. О, подожди. Вот так. Хотя бы так. Один выстрел есть, два в обойме. Чумовой расклад. Что, нам долго еще ехать? По идее, добраться до улицы надо. Будет выход. Без меня он не идет. Такая же комната. Ладно, сохраняемся. Ноль патронов, два патрона. Так, подожди. Давай пистолет куда-нибудь поставим. Его хотя бы 66. Дожили. Конец игры с самым первым оружием. Такая тишина. Я правильно понял, обелиску мешает пройти вот эта кишка. Да? Ну-ка подвинься. Подох? Нет, еще не подох. Отлично. Все, что выпало с него, его и убило. Обелиска надо дальше толкать. Не мешает кишка, но нужно наверх подняться. Все, я понял. Бля, с этой кишкой я чувствую себя проктологом просто. Давай, быстрее. Ну, не бежит он по этой жиже. Отсекаем ручки. Так, ребят, вы не торопитесь сильно меня, это. А, ну все, от него уже ничего не осталось. Бля, и просто надо полностью расчленить вообще. Вообще все, что есть у него, оторвать. Тогда они только бежать за тобой перестают.
что-то крякает, шелестит. А где они? А, там мужик просто наверху в стенку впаянный. Сейчас мы к нему поднимемся. Я еще, пожалуй, за собой вентилятор прихвачу. Подожди. Оп. Все. И вентилятор. Где? А, это мужик. Я думал, эта штука щупальцами. Они как бы опасны. Сейчас сначала сундуки открою. Так. Вот так. Так, давай. Кто нападает? Это все? А вон там в текстурах застряла. Она не может до меня добраться. Блин, она, наверное, значит, где-то вылезет. Не нападает. Ну ладно. А можно еще раз вентилятор использовать? Тихо. Я думал, кто-то сзади. По-моему, этот лифт, да, он меня вниз опустит просто. Там я уже кнопку нажму. О, силовой блок, балдеж. 52 патрона. 34? У меня же недавно 60 было патронов. Когда я уже успел 3 штуки, 30 штук потратить? Я, пожалуй, вот эту штучку захвачу с собой. Жалко, нельзя с тазисом, вот этим кинезисом нельзя выдирать вентиляторы уже, которые работают. Было бы забавно. Бля, да куда мы на улицу-то выберемся? Все, катаем, катаем этот камушек. К месту раскопок. Ага. Вот давайте, да. Да не нужны мне, блин, сотни. По кредитов, ну что ты с ними сделаешь, если 1500 стоит одна обойма, которую ты за секунду тратишь просто. Ну, не за секунду, но одна обойма — это, дай бог, если одну обойму ты на одного монстра потратишь, самого такого простецкого монстра. Как правило, на них уходит примерно 1500 обоим. Наконец-то на улице. Ты почти у цели, Азик. Доставь обелиск к пьедесталу быстрее. Этому сверхразуму прям не имется, да? Подождите. Не, на меня будут нападать. Это по-любому. Вообще, все, кто не лень. Одного удара просто. И ноль патронов. Кредиты. Чтобы завалить одного монстра, ну, некроморф, надо, получается, 4 пачки кредитов собрать. По 400. Ну, либо 12 пачек по 200.
Так, дружок, мне от тебя только когти нужны. Еще есть кто-нибудь? Они, наверное, вылезли все, потому что я пешку эту открыл, да, наверное? Так, давай-ка мы коготок оставим. И стрельнем вот сюда. Они вон еще оттуда полезут. Я вообще очень на дюну все это дело похоже. Так, давай, где коготь? О, бегут. Сколько? 3 штуки? 4. Весь отряд за мной. Пошел ты в жопу. Те ползут. Блять, патронов нет. Ой, серьезно? Короче. В общем, игра не успокоится, пока у меня просто патроны не закончатся. Ну? Блядь, да чего ёбнутая пушка, а? Всё? Вы довольны? Нет? Мелкий утырок. Пиздец, чего он дохнет-то, я не понимаю. Ай, блин, жопа какая-то, просто жопа, вообще ничего нету пострелять. Ну, они вот по деньгам чуть-чуть дают тебе и все. Еще разрушать последнюю кишку. Давай хотя бы дешевыми патронами разбивать их. Пожалуйста, Азик, Разиум Роя наступает. Ты должен сделать нас единым. Ну подождите. Сейчас я вас сделаю, блядь, всех едиными. Сука, сильная пушка, блядь, там сзади еще. Сильная пушка этих мелких уродов. Твою мать. Они просто окружают тебя, зажимают в коридоре и все. Какой-нибудь бы топор бы мне, чтобы с круговой атакой. Кстати, да, тут бы не помешала какая-нибудь рукопашная, бы, не знаю, секира. Было бы куда веселее их расчленять. Еще, походу, с самого начала эту площадку будем проходить. Да. Ну, хоть коготок оставили. Я даже не знаю, с чего начать. О, она уже начала. Я коготь потерял.
Окей. Она типа по мне не попала, да? Чё он перезаряжаться не стал? Или может быть сразу от всех отбиться толпой? Ну-ка, подожди. Да-да-да-да-да. Сейчас я вас вот тут вот на мосту всех соберу. Это все? Точно. Да, это странно. О, отсоединяй от него хоть что-нибудь-то. О. То есть один коготь иногда отрывает здоровенную тентаклю, которая вылезает отсюда. Но иногда три когтя, ну два точнее, не могут убить одного жирного моба. А я думаю, что это нечестно. Так, в общем, мы сюда заходим. Стреляем и сразу же бежим отсюда. Розом Рой наступает и должен сделать нас единым. Вот, и они поперли просто опять со всех щелей просто. Давай, давай, давай. Так, ну тут закрыто, тут тупик. Давай. Отстреливаемся. Как будто в последний раз. Гаденыш мелкий. Я его прижучил. А где остальные, кстати, их больше было? Ой, здрасте. Ой, здравствуйте. Я... Подожди, не бей меня. Подожди, не бей, дай еще попробую. Хорошо. Их больше было, их бежала за мной целая толпа. Куда они все делись? Там было как минимум парочка. Малой отсюда выпрыгивал. Ну ладно. Ох, неужели? Целых 25 патронов. Вот там надо нажать. Мозг открылся. Да не, опять выше. Ну, он не бегут. Но если прицельно долбануть, вот тот должен взорваться. Все, идите в обход. Вам обелиск мешает. Бля, ну как же у вас тут до хера просто? Да пошли вы нахер вообще.
Какая-то жопа просто. Просто какая-то жопа. Блять, ты сдохнешь, нет? Я уже не вижу смысла экономить патроны, потому что, ну, это нереально. По 10 штук на тебя нападает. Тебе дают 6 патронов вместо. То есть, по идее, если по-честному, то это на каждого моба по патрону. Ну так. Короче, давай. 25 патронов на винтовку. 30. Сколько? Ну, 39 патронов на вот эту вот дебильную пушку. 35 патронов на хорошую пушку. Всё. Ну и вот эта хрень я за оружие особо не считаю. А сейчас будет финальный босс. Спасибо, Азик. Я всегда в тебе верил. Не благодари. Николь. Мы снова едины. Мы едины. Когда мы едины, мы не победим. Срочно. Геоорбитальные гравитационные захваты отключены. Сброс руды, столкновение неизбежно. Всему персоналу медленно эвакуироваться. А жена не торопится. А, я перезапущу захват, выиграю нам время. Иди. Ладно, хорошо, я пошел. Оставайтесь тут со своими этими камнями. Обелисками. Смысл мне сейчас деньги давать игре. Игра напихивает мне кредитов, а магазина-то нет. Ошибка. Что там? В общем, в чем-то ошибка. О. Забудь об этом, Азик. Это невозможно исправить. Отпусти ее, Дэниелс. Отпустить кого? Разве ты не видишь, насколько ты заблуждаешься? Мы должны идти. Груз планетарного потрошителя вот-вот взорвется. Я должна тебе дать шанс одуматься, Азик, если ты по-прежнему не хочешь видеть это. Преодоление их связи. На этот раз смотри до конца. Азик, это я. Я так хотела поговорить с тобой лично. Прости меня, прости за все. С этого ролика начинается игра. Я так хотела поговорить хоть с кем-нибудь. Тут все разваливается на части. Не могу поверить в то, что происходит. Удивительно. Такая мелочь. Как общаться? Об этом были все его исследования, в конце концов. Немного, не так ли? Как заставить его слушать, когда он умолял о схождении? Но у меня была другая молитва. Оно говорило, а потом оно слушало. Останови это, я сказала. Может, оно понимает, но... Не могу вернуть то, что было отнято. Почему я не могу снова увидеть тебя, Айзек? Я любила тебя. Я всегда любила тебя.
наркоманка. Да шучу. Она сама себя убила, когда поняла то, что им не спастись. А кого же тогда Дэниел держит сейчас? Просто иллюзия. Она Элизабет Кросс. Это ученый из гидропоники. Вы бы увидели то, что обелиск хотел, чтобы вы увидели. Джейкоб Трэмпл. Джейкоб? Нет. Короче, обелиск нас всех обманул. Николь была мертва все это время. И ты знал, не так ли? Может быть, я знал, что что-то не так, но она не прошла через столько всего. А им скафандры не нужны на этой планете? Ладно. Как он ее, кстати, через стекло слышит? И ученая померла. Не, ну так-то все, дело сделано. Обелиск, он на месте, он на планете. Внимание, сейсмическая активность возрастает. Эвакуируйтесь в безопасное место. Ладно, я пошел. Опять кредиты. Нужна не 300 лет уже. Челнок. Я еще могу успеть до ее отлета. Блин, вы серьезно? 2000 денег мне дали. Аптечек и деньги. О, пачку патронов дали. Прикольно. На целого босса. А ничего то, что босса надо убивать там, я не знаю, с пулеметом каким-то. Так, что у нас по патронам есть? Давай, это можно сразу же использовать, потому что, ну... Так, у меня, значит, на верхнюю пушку есть 30 выстрелов. Ага. Вот на нижнюю есть 27. И вот на вот эту еще будет 6 выстрелов. Ну это такое. Плохо. О, мы обратно пришли. Вот магазин. Ну да, давай сейчас что-нибудь продадим. 20 тысяч я собрал по дороге. Инвентарь. Продаем. Вот это, пожалуй, тоже. Руборез не качал. Никогда им не пользовался. Это мы в инвентарь запихиваем. Тут только огнемет и этот остается. Так. Вот по поводу патронов. Это все апгрейды. Давай, наверное, сколько? Ну вот так, 15 выстрелов возьмем. Хороших. Не знаю, еще лучше. Давай, наверное, вот это все-таки. Я его качал.
Как-то так. Потому что, ну, не прокачанным пистолетом на босса лезть такое себе. Можно, конечно, было бы чуть сэкономить и взять патроны на пистолет. Ладно. Будем исходить, что есть. Подожди. Я только что случайно. Использовал аптечку. Ну, сейчас уже все, по идее, будет финальная драка. Мы уже узнали то, что жены не существовало все это время. Сейчас будет босс. Да иди ты, ну. Здорово, Вася. Что ты уже в Питере? Да, финальный босс. Как ты? Последнее предупреждение, Азик, я серьезно. Я говорю, здорово, здорово, как отдых. Разум Роя. О, и Дэниел завалили. Хватайся за мою руку. Айзек, пожалуйста. Херак просто ее размазал. Норм. Ой, сколько ящик. Он сейчас делает мне обнимашки, да? Ну, почти. Потому что все, что у меня осталось... Чего? Короче, у меня ничего не осталось. Так, нужно сначала вот пойти. По вот этим штукам... Блять, стрелять. Ну да, ты попробуй его поймай еще. О, одну раздолбал. Еще 9 штук. Аккуратно. О, и 8 лунатиков. Чё? Телефона связь приключивает, нормас, отдыхаем. А, ну молодцы. Ну, с телефона может, да, подключить. Там это, просто авторазрешение, наверное. Поставь на минимум. Будет получше. Блять. Да хватит дергаться. О! Все подбили. Вот нахрен мне эти стазис батареи. Вы серьезно? Короче, ящики каким-то говном набили.
Блять, ну, он меня завалит сейчас. Тёха, на патронах нет. Да, еще стазис батареи. Да, блядь, хватит мне атаковать просто без конца. Он мне раз ёбнет, я, блядь, три аптечки соберу. И все как бы. Причем это только первая фаза. Так, дружок, давай, давай, давай. Хорош. Глазик подбили. Давай, сейчас вторая фаза. Ну, с него что-нибудь выпадет, блядь. Он еще там добивает меня. Так, не, ребят. У вас тут что-то овер до хера. О, аптечки. Жесть какая. Бум. Сукины дети. Пожрали меня. Да я не успею подхватить, кинуть. Видишь, я вон хватаю, они меня догоняют быстрее. Блять. Такую хуйню кидает. Уёбок. Ну мне хана. А нет еще. Каким-то странным чудом я живой. Ну что-нибудь-то схвати. Быстрей. У меня просто здоровье, блять, на один чит. Да, я просто, я не знаю, я скорее всего от него, от его взрыва просто сейчас подох. Я начинаю сомневаться, то, что это средняя сложность. Ни патронов, ни хера всю игру. Ну, по крайней мере, 3/4 игры. С самого начала, да, мы, наверное, пинать его будем. Ну, как бы есть шанс, может быть, боги рандома смирят, типа я меня откинул. Боги рандома снизойдут до меня, и в ящиках будет что-то другое. Я вот думаю, может быть, с винтовки пострелять. Хотя нет, лучше с пистолета. Или с винтовки. Давай,
Сейчас посмотрим, сколько у меня батареи стазисных выпадет. Бесполезных. Да, пройди, как бы. Такое ощущение, правда, то, что, ну, я же ее давно проходил. Как будто новую игру ломаешь. И нихера она не простая, как по мне. Так, давай. Бля, подожди. Есть у меня идейка. Стой, не двигайся. Колбасится во все стороны. Кстати, вот эти шарики не особо мешают. Он их сам разбивает. Неплохо. Аптечек больше выпало. По рандому. Ну, хватит дергать. Не, еще не все. Ну-ка, дружок. Готов. Так, теперь давай пожинать. Блять. Все повзрывалось очень вовремя. В смысле, комки назад от него, если... А, типа в комки стрелять? Не, в комки шмалять не надо. Он их и так разобьет. Их, наверное, может быть, на полу как-то лопать надо. Не, ну вообще, конечно, в идеале прям все то, что от тебя летит, надо отстреливать и ему в рыло успевать попадать. Ну, блядь, у меня патронов-то вообще, там, я не знаю, в общей сложности штук 90. А, не, побольше. Я ж покупал тут в магазине. Я винтовку чисто хочу, короче, ему в ебасос потратить, как бы. А этот, как его? Все остальное на врагов. Так, давай, поехали. Давай, дружок, останавливайся. Так. Ладно, не со временем сами шарики лопаются.
тихо, блядь, но... Ближе надо. Блядь, вот не попасть в него никак, а? О. Давай, давай, останавливайся. Ну, примерно тут они не должны задеть. Да? Отбил. Собираем всякую дичь. Сразу же лечимся. Ага. В этот раз вроде аптечек побольше дали. Так, давай. Бам. Бам. Отлечело что-нибудь? Нет. А теперь? Вот. Это еще не все, он станет. Тут надо как-то немножко на перспективу их стрелять. Будет прикольно, кстати. Чтобы одним выстрелом сразу всех зацепляло. Бам. Давай, вот этого точно забьем. Как все. Все? Нет, еще не все. Блять, ты неугомонный, а? Сука, вот у него уже даже мяса на костях не осталось. А он все равно за тобой ползет. Да пиздец этих. Кстати, с батареи мне напихали. Так, ладно, времени нет. Все. А, вот она все. В гланды его нашмаляем. Что, а, вот есть еще патроны. Ну. Одну только взорвал. Аккуратно. Жижа панк-рок полетела. Бля, ну пока эта штука не прогорит, я, наверное, нихера не сделаю, да. Туда даже нечего смотреть. Надо на щупальце зырить. Вторая. Давай, с какой стороны? Вот сюда пускай. Бега, да давай, блядь, Дайзик, ну беги ты, твою мать, как он, убого, блядь, бег на геймпаде, вообще жопа. Вот сейчас он бегает. Иногда хер. Сейчас просто идет. По щам. О, главное. Обычно больше второй никак. Нет, шары в него взять и кинуть нельзя. Я только сейчас заметил сообщение. Ты не можешь врагами как бы кидаться. Пока он не сдох, пока он не расчленен. Бля, а куда тут бежать-то? В какую сторону? Вот, еще аптечка. Откуда она взялась? Вон, еще аптечка. Правда. Так, ну это все стазис.
Мне он пока не нужен. Ну-ка, давай вот тут встанем. Нет. Тихо. Ну, главное в угол как-то, да, наверное, меня загнать. Да какая батарея? Блять, тут прятаться негде. Ну быстрее, чей-нибудь. А все, я не успел. Долго перезаряжался. Дохал опять? А нет, нормально. Давай, раскрывайся уже. Все, лечиться нечем. Еще две гланды, по-моему, надо, да? Одолеть. А нет. Ты попробуй тут попади. Блин, ну такой себе в инверсии стрелять. О. Не, подожди. Это все? Хардпанк. А, хардпинг вейвинг. Хардпанк. Ну все? Я весь в слизи, но зато я его замочил. Слушай, патронов хватило. Даже еще осталось. Убить разум Роя. Готово. Покиньте планету. А куда идти-то? Кстати, вон там еще одна лежала. Большая аптечка. Зачем мне они столько стазиса давали? Просто за всю игру, наверное, столько не прилетело мне вот этих вот сколько? 5 батарей стазиса. Нахрена они нужны? Патронов, главное, не дают. А стазис это пихает. Зачем он нужен? Пранк. Вот обелиск. Как он за игру-то снимает, по-моему, 2 или 3 раза шлем. Ну, вначале ты его видишь без шлема. Потом где-то в середине, по-моему, снимает. И вот сейчас в конце. Айзек, это я. Я так хотела поговорить с тобой лично. Прости меня, прости. А, ну он опять включает эту запись. Все, удалил. Чумазый какой.
Ну, это задел на будущее, да? Приколы. Ну вот, как бы и все. Вот такая игра. Что ж, прикольно. Нет, ну, молодцы, ремейк хороший сделали. В плане том, то, что и визуальная составляющая, и звуковая. Ну, по сравнению с 2000, ну, с игрой, с оригиналом 2008 года, конечно, это разные игры, практически разные игры. Ощущение то, что ты играешь во что-то другое. Атмосфера как бы хорошенько поменялась и в лучшую сторону поменялась. Мне игра понравилась. Так что будем ждать ремейк второй и третьей части. Может быть, у них тоже выйдет неплохо. А так вообще, ну, не знаю, играл я хоть и на средней сложности, но всю игру сильно не хватает патронов. Костюм тоже не получилось до конца прокачать. Я не знаю, откуда столько денег брать. Единственное, наверное, если только просто часто пользоваться кинезисом. Притаскивать, ну, притягивать к себе клешни убитых врагов и этими же клешнями убивать последующих врагов, либо этих же врагов. Ну, так экономнее получается, но по времени, конечно, дольше. Может быть, даже неправильно я прокачал винтовку, потому что патроны, ну, как бы, хотя патроны на нее не очень дорогие, но расходуются быстро. Не знаю. Так, если бы не нехватка патронов вечная, я думаю, я бы на костюм накопил на 5-го там, а нет, есть еще 6-й. Нововведение, в принципе, в игре неплохо сделано, добротно. То, что когда вот эти там предлагают, типа, без воздуха тебе остаться или без света, тоже интересно. В оригинале такого не было. Вот. Побочные задания. Ну, я сделал парочку штук. Особо я за эти задания немного получил какой-то выгоды в плане в том, то, что патронов мне там мешок не дали за них, конечно. Да так, скорее, для большего погружения в этот, в лор. Просто там, сколько там, побочных заданий штук 8-10, наверное. Это просто бегаешь по кораблю, как бы, и делаешь одно и то же. Подошел, собрал, дальше пошел. Только все равно это надо делать между 10 и 11 главой, хотя обычно побочные задания ты можешь делать в течение, ну, на протяжении всей игры. Не знаю, почему они так сделали. Че, подождем, что будет после титров, наверное. Ну, я не думаю, что тут что-то будет прям изысканное. Ну, я точно помню, что вторая часть больше шутерной составляющей. У первой был упор на загадки. Выданы 50 тысяч кредитов. Кстати, на новый костюм сразу дали. Награда 10 силовых узлов. Награждение текстовых журналов. Костюм элитного солдата. 6 уровень разблокирован. Ну так, то есть в течение игры ты максимум 5 можешь собрать. 6 ты по прохождению только разблокируешь. И потом с этим, ну, с кредитами ты можешь еще раз игру пройти. Прокачать уже, наверное, ну, большинство, наверное, оружия. Новая игра плюс. Ваш прогресс был сохранен, и вы разблокировали новую игру плюс. Окей. Да и все, наверное, да? Да, немного денег дали. И костюмчик разблокировали, вот и все. Как-то так. Что ж, ждем вторую часть. Первая понравилась. На этом будем закругляться. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Все, всем удачи, пока.